Как устроен квантовый компьютер? Об этом рассказали махачкалинским школьникам. Открытый урок цифры прошел в 5-м лицее. Ученики узнали, чем квантовая физика интересна и почему она отличается от классической. Зачем создавать квантовый компьютер? Как он работает и какую пользу принесет человеку? Кроме того, какие профессии появятся в будущем благодаря развитию таких технологий? Образовательный проект стартовал в Дагестане в прошлом году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Данные уроки проводятся вот при организации Министерства цифрового развития на базе наших общеобразовательных учреждений и являются, скажем так, возможностью для наших школьников ознакомиться с будущими профессиями в сфере IT, непосредственно переговорить с крупнейшими представителями крупнейших организаций, крупнейших корпораций, которые уже зарекомендовали себя на практике с положительной стороны, которые ведут эту работу, задать уточняющие вопросы, то есть возможность самоопределиться в выборе специализации.